Так. Дубль 2, 5 и, господи, июля, апреля 2021 год, Харьков. 5:26 по Киеву, уже скоро на метро надо будет нырять. Так, ну сейчас попробуем снять спутники Юпитера. Сатурна почему-то я не наблюдаю, может из-за тумана, но в предыдущем дубле Юпитер снял. О, на линии терминатора какая у нас красота. Ладно, поехали сейчас быренько к Юпитеру. Это грузовик на фоне Юпитера. Да, ну что-то спутником увидать. Все-таки дымка угольная мешает. Мы сейчас 4 галимеровых спутника видно. Рядышком. Но слишком низко над горизонтом. Ну, так он быстро встает по горизонту. Ну, уже планета вращается наша. Наша планета вращается. Ну, он по кадру сползался здесь, да. Ладно, сейчас на Луну опять глянем. Да, да, туман опускается вообще. Ну, густейший. Так что на Сатурн я уже не рассчитываю. Он дальше, он в 1,5 миллиарда километров от Земли. Ну ничего, сезон только начинается с каждым днем. Ух ты, как классно получается. Камера под своим весом просела. Сезон только начинается и, надеюсь, еще будут погожие дни. Юпитер с Сатурном каждый день будут все раньше вставать над горизонтом. Вот эта линия границы света тени, линия терминатора называется. Рассмешило мне название. На ней чуть-чуть всего кратера видно. Классно. Рельеф на таком отражается. Ладушки, пора бежать на работу. 5:31 по Киеву, Харькове. 5 апреля 2021 год.